в Нью-Йоркском институте урологии. И добрую часть нашей передачи, а может быть даже и всю, мы решили сегодня посвятить такой проблеме, как цистит, о том, как его лечить. Вначале я хотела бы спросить, доктор, как его вы диагностируете? Как вы определяете, что это вот это, а не что-то другое? И ведь вы сказали, что они разного вида бывают. Да, но хочу напомнить, в принципе, главный, на мой взгляд, принцип медицины – это то, что мы на сегодняшний день еще не просто используем там все современные достижения, машины, технологии, да, но мы помним о том, чем занимались наши отцы и деды, то есть мы собираем правильный анамнез. То есть диагноз цистита иногда – это просто тщательное собрание симптомов, обследование больного, то есть мы до сих пор используем руки и глаза, видим иногда больше, чем то, что может показать нам тот же CAT-скан и сонограмма. То есть диагноз простого неосложненного цистита – это опрос больного, обследование и экспресс-анализ мочи. В принципе, это достаточно для того, чтобы поставить диагноз. В экспресс-анализе мочи, который мы делаем, естественно, в нашей лаборатории, находящейся прямо в стенах института, экспресс-анализ мочи показывает иногда кровь в моче, иногда лейкоциты, нитриты, какие-то воспалительные элементы. И опять же, в совокупности с тем, что мы уже знаем, опросив больного, мы в состоянии поставить этот диагноз. Другое дело, что иногда за обычным циститом могут скрываться какие-то более серьезные проблемы, например, мочекаменная болезнь. То есть камни, мы когда-то обсуждали, это камни в почках, камни в мочеточнике, в мочевом пузыре, это инородное тело, то, что притягивает бактерию. И очень часто бывает, что то, что начинается как цистит, мы лечим, симптомы остаются, или анализ мочи по-прежнему показывает там белок, кровь, то есть за этим может скрываться какая-то другая патология. Мочекаменная болезнь, right? Не дай бог, что-то онкологическое тоже, то есть полипы мочевого пузыря могут давать кровь в моче, могут давать циститические явления. Поэтому важно не просто вылечить цистит, но важно убедиться в том, что это просто цистит, а не серьезного. То, что мы упустим, не дай бог, и больной вернется в более запущенном состоянии. И как мы это делаем? Сонографические, то есть ультразвуковые исследования, то, что на сегодняшний день очень популярно, безболезненно, без радиации, делается непосредственно, обычно в первый же визит, когда больной попадает к нам в институт. Ультразвуковые исследования очень чувствительны именно к обнаружению камней в мочеполовой системе. Если какие-то вопросы, мы можем копать немножко глубже. Это включает в себя компьютерное сканирование. Это на сегодняшний день самый чувствительный, я бы сказал, урологический тест для выявления какой-то онкологии или мочекаменной, опять же, камней в почках. Цистоскопия, то, о чем мы тоже говорили когда-то в предыдущих передачах. Безболезненное исследование занимает, особенно у женщины, буквально 1,5-2 минуты времени. Единственное, что может достоверно исключить полипы или опухоли мочевого пузыря, которые также иногда могут возникать как симптомы цистита. То есть мы учитываем много факторов. Возраст больного, риск-факторы типа курения, семейные генетические какие-то предрасположенности к мочекаменной болезни, к онкологии и так далее и тому подобное. То есть каждый больной – это индивидуальный подход. В начале нашей беседы вы сказали, что 20% женщин, если не больше, у них существует предрасположенность вот к этому заболеванию, цистит. Не то, что предрасположенность, но так статистически сложилось, что каждая пятая женщина в процессе жизненного цикла, если можно так сказать, испытывала симптомы или была диагностирована именно бактериальным циститом. То есть это не наследственное заболевание? Нет, это не наследственное, это связано с экологическими факторами, с диетическими, вы говорили о переохлаждении, с сексуальной жизнью, много факторов, которые могут вести к возникновению цистита. То есть это очень часто. Каждая пятая женщина, я уверен, что большинство наших телезрителей тоже знает, о чем мы говорим. А возникновение этой же болезни у мужчин вызывается абсолютно теми же проблемами, да? Ну, похожими. То есть, опять же, статистически
У мужчин более редко бывает цистит или простатит, воспаление простаты, но мы отождествляем с циститом иногда. В более раннем возрасте у детей, то есть у инфантов, до первых 6 месяцев жизни, как раз мужчины, частота циститов преобладает у мужчин, если можно называть их мужчинами. Но этиологические факторы примерно такие. Жи плюс у мужчины из-за простаты, с возрастом, задержки мочи и плохого выхода мочи, то есть застоя мочи, то, что говорим, это тоже ведет к тому, что начинает бродить бактерии, возникают какие-то воспалительные явления. Но это, опять же, мы сейчас говорим в основном о бактериальном цистите, о самом частом, то, что требует лечения антибиотиками. Я думаю, после перерыва есть смысл поговорить о более редких видах цистита, и мы затронем как раз ваши письма и мои телефонные звонки, да, на которые мне звонят. Недавно пришлось отвечать как раз о более редких видах цистита. Ну, тогда действительно после перерыва. В студии RTVI доктор Юлий Чалик, Нью-Йоркский институт урологии. Сегодня мы говорим о цистите. Вернее, вначале мы поговорили с вами о бактериальном, то, что вызывает... Об инфекции, да. Да. И вы сказали, что бывают какие-то редкие виды. Бывают более редкие, если можно сказать, редкие виды цистита. И в особенности я бы хотел затронуть то, что мы называем интерстициальный цистит. То есть, как его характеризовать? Чтобы всем было понятно. То есть цистит, который, цистические явления, опять же, эти же боли, частота мочеиспускания, если не сопровождается какими-то воспалительными элементами в моче. То есть симптомы есть, а объективно мы не видим, что это инфекция. То есть чаще всего это то, что называется интерстициальным циститом. И статистика говорит, что это на самом деле не так редко. То есть 750 тысяч больных интерстициальным циститом женщин в Соединенных Штатах. Довольно большая цифра. Да. У кого он чаще всего случается? Женщина среднего возраста. На сегодняшний день женщина среднего возраста – это довольно такое распространенное. Да. Растяжное, да. Определение интерстициального цистита, я люблю говорить о том, что это диагноз исключения. То есть не существует строгой классификации, что мы называем интерстициальным.